Поехала озвучка. Да, не обращайте внимания на мой голос. Ну, короче, чуть-чуть больной еще. Хотя я уже выздоровелась, все. Все, озвучка. Чертановская станция Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Открыта в составе участка Южная Серпуховская 8 ноября 1983 года. В том же году получила премию Совета министров СССР. Район Чертаново-Северная, Зюзина. Округ ЮАО, ЮЗАО. Дата открытия 8 ноября 1983 года. Проектное название Чертаново. Тип – колонное трехпролетное мелкого заложения. Глубина заложения – 10,5 метров. Количество платформ – 1. Тип платформы – островная. За станцией от главных путей Серпуховско-Тимирязевской линии отходят ветви в обслуживающее ее депо Варшавское, однако оборотных тупиков или съездов за станцией нет. Поэтому некоторые поезда следуют из центра до Чертановской, но не оборачиваются на станции, а направляются в депо. Глубина заложения – 10,5 метров. Ну, не депо, а станции, как вы, наверное, понимаете. Станция открыта 8 ноября 1983 года в составе первого участка Серпуховской линии Серпуховская-Южная, после эксплуатации которого в московском метрополитене стало 123 станции. В процессе строительства носила название Чертаново. Чертановская строилась в весьма сложных геологических условиях, которые еще осложняла транспортная инфраструктура. Проект был сооружен под личным наблюдением архитектора Нины Алешиной, и несмотря на то, что изначально в конструкциях представлял собой типовую сороконожку, был видоизменен на уровне колонны потолка. Таким образом, колонны в виде звезд в разрезе поддерживают и централизируют радиусное давление в единой точке – воронке, а сам потолок исполнен в рамках уже несуществующего проекта опоры свода на стену в грунте – московский односвод. Кроме того, Совет министров СССР в 1983 году решил наградить метропроект, как бы к дате его 50-летия, вручением премии за лучший проект станции метро последних лет. Метропроекту было получено воссоздать, атмосферу станции ветеранов Кропоткинской и Автозаводской. Кстати, очень даже заметно их сходство. Что и было благодаря заслугам Алешиной, успешно реализовано в Чертановской. Ничего, прикольная станция, красивая, мне нравится. Что-то тут какое-то слово. Короче, среди архитекторов проект станции носил название «Звездная», отсылая к пресловутой форме колонн. На перегоне Чертановская-Севастопольская, приблизительно в 600 метрах к северо-западу от первой, существует сближение туннелей, построенное вместо закрытого полуоткрытым методом с использованием стены в грунте. Дело в том, что от туннеля в этом месте расположен пятиэтажный дом «Хрущевка», построенный в 1963 году. Первоначальное решение 1980 года предполагало снос дома как частично расположенного в техзоне метрополитена. Однако жителям удалось отстоять дом, и метростроевцы решили найти альтернативу прокладке под ним туннелей. Таким образом, был применен так называемый лондонский метод строительства, но уже со стеной в грунте по обеим сторонам западного угла фундамента, его крепление на сваи, а позже бетонирование с заморозкой грунта, разморозкой, дальнейшая его выработка копром с обоих сторон. Не знаю, что это такое. Вот это копор, или как его там. При проезде через таким образом построенные туннели пассажиры разницы не ощущают. В конце 2011 года на этом месте рядом с домом появился железобетонный забор высотой 3 метра без каких-либо инфощитов. Предполагается, что идет укрепление туннельных конструкций. На станции два ряда по 26 колонн. Колонны и путевые стены облицованы белым мрамором. Стены украшены вставками на тему строительства Новой Москвы. На полу выложен геометрический орнамент из красного и темного гранита. Сооружена по индивидуальному проекту из сборного и монолитного железобетона. Колонны стальные. Да, стены украшены вставками художники Алексеев и Новиков. Стены наземного павильона заменили огромные стеклянные окна. Единственная бетонная стена большого эскалаторного зала вестибюля была украшена большой мозаикой, созданной по эскизу художника Рабиновича, подготовленному в 60-61 годах для другого проекта, но так и не реализованному ранее. Потолки вестибюля были отделаны металлическими были отделаны чем-то металлическим, покрытым темным лаком. Обогрев осуществляли скрытые за декоративными решетками батареи. Первое время после открытия станция освещалась металлогалогенными лампами, однако спустя несколько месяцев металлогалогенные лампы были заменены на ртутные лампы типа ДРЛ, которыми станция освещается и поныне. На станции имеется два вестибюля – надземный южный и подземный северный. Выход в город осуществляется через подземный переход на Балаклавский проспект, Чертановскую улицу и Симферопольский бульвар, через южный надземный вестибюль на Балаклавский проспект и Чертановскую улицу.